Всем привет, с вами Анубис, и у нас стандартный трейд, и я не хотел играть за темницу, потому что недавно была темница, я ее недорого продал, потому что я на самом деле рейтингую очень сильно причал, и для меня это прям реально сильный кайфовый замок. Приятного просмотра. Минус 4500. Поехали. Раньше при виде девушек бежал знакомиться, а теперь уже не такой. Сейчас это по-другому работает. Сейчас же с девушкой познакомиться, там не надо, блядь, бежать на нее нахуй галопом. Сейчас достаточно в интернете, да? Сейчас достаточно в интернете вообще посмотреть, что как, написать ей. Ну, это уже более рабочее ГО. 100-249, ну, тут, блядь, 114 их будет, ну, хуй с ним, да. Но это уже более-менее рабочее ГО. Причем есть перчатки недалеко от замка, да, то есть от замка под выставление нормально, чайник на выходе. Ну, сложно его пробить будет, все-таки 20-49, тяжеловато. Смотря что, кстати, соберем с этого самого, да, с базы, с нашей. То есть, может быть, кстати, соберем по-плотненькому, да. Да, блядь. Вот это, кстати, неплохо. Здесь можно купить и очень хорошо разбежаться. Вот здесь можно прям прислать чувачка. Вот эту там купить, да, например. Потому что выгоднее оттуда стартовать. Давай вот так сделаем. Выгоднее прямо отсюда стартовать, потому что, ну, блядь, тут все равно так бежать, да. И нету у нас все равно рестартов, поэтому поехали. Отлично, слушай. Вот это хорошо, вот это очень плохо. Ебануться, это что такое вообще? Я чуть-чуть не дотягиваюсь, да? Ну, нужны улики для старта. Нужны улики для старта. Ну, или зефы, кстати. КЗ? Тут был, тут есть КЗ? Я не вижу. Бля, точно КЗ! Ебануться! Я не увидел, блядь! Я не увидел КЗ! Вот КЗ, реально, мужики, смотрите, жесть! Я не увидел, я, блин, настолько поглощен, что я до сюда не дотянулся, и что, блядь, тут три концы на экране, блядь! Три концы на экране и КЗ, блядь! Ну это надо заскринить, это пиздец! Три концы на экране и КЗ, ну такое не каждый день, конечно, раздает. Это мне, блядь, за вчерашнюю мою боль. Это за вчерашнюю боль, которую я вчера испытал, играя в этот непростые респы, которых я родственник, блядь. Да какой ГГ? Тут еще, тут, блядь, старта нет, коробки нет, армии нет. Тут еще это не это самое, да? Я вам серьезно говорю, тут еще не прям, чтоб... Это не прям, чтобы какой-то жир, блядь, или разъеб. Манапула нет, а КЗ просто в соло. Я бы лучше в чайнику больше обрадовался. Да, смотрите, видите здесь. Видите еще какой рельеф? Тут сильно на таком рельефе, блядь, не побалуешь. Тут как бы, вон, мечик 2-2, но вот как вот это все? С чего начинать? Надо чекать консы, блядь, надо смотреть. Надо вот эту охрану пробивать на самом деле. Ну вот видите, старт нужен. Куда валют тащить, вот непонятно, да? Тут как бы направо бы хотелось просто что-то глянуть хотя бы, да? Тут нужен старт, которого пока что не особо видно. Какие-то улики нужны, что-то тут надо. Блять, ну тяжеловато, да, конечно?
Этого надо отводить, да. Я просто, видите, куда Кассий? Кассий, интересно, вот это бы чекнуть. Вот этот блок надо Кассий пробивать. 2049. Можно здесь пробить Кассий. Взять коробку и сразу посмотреть, какая это самая. Да, 2049. По идее, бьется нормально. Ну, блядь, их тут может быть 47. Но 79 по третьей атакой. По 7 в стек. Ну, бля, не знаю. Ну, пока это смысла нет, ладно. Тут просто надо вот что-то вот типа вот такого прийти сейчас, посмотреть. Потом, если это единичка, где-то Кассию качнуть. А где ее качнуть, неизвестно. Еще дать надо разведки. И потом уже, бля, ну я пока не знаю. Конечно, я это догонять не буду. Конечно, не буду, конечно. Отсюда, ладно, начнем. Ну, надо смотреть. Надо смотреть, разбегаться, пока, конечно, непонятно. Ну, вроде как, деньги, да? Приобретаем. Угу. Пиздец, серьезно? Бать, сколько здесь конс? А как их, блядь, брать? Чем их брать? Мне нужна еще это самое, да? Мне нужно какую-то армию передать сюда, чтобы замок взять. Может, тут какую-то экономику придется думать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вообще пока не знаю даже. Нихуя себе, как это пробить? Так, ну залетаем. Надо аккуратно здесь. Опять. Давай ударю, чтобы вот так выбить. Здесь надо аккуратно, могут выстрелы кончиться. Ну, по-моему, уже они, да, кончились. Да. Сучка. Так, аккуратненько здесь работаем. Отлично, 3-1, это не потеря. За лук снайпера. Ууу, блять, это что, подсказка, типа, иди в зефы? Ну, касик мало. 79 касик на зефу, это очень мало. Ну. Двоечка. Блять, идеально для старта. Идеально для старта. Но мне тут, я не знаю, как это все тут вывозить, подвозить, завозить, блять. Камни кожи.
Вау. По деньгам просто пиздец. Ну, надо Никсов, гнездо. Ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, еще надо смотреть. Тут старта нет, просто нет старта. Тут Кассию, на какой-то сундучочек, на что-нибудь бы, да? Зефу, коробочку, хоть что-то, хоть какой-то и подкачек, бля. Может, внизу будут или сверху. Так, ну что сверху? Вот сверху, вот внизу, да? Давай так, вот так, сюда. Давай здесь вот это вниз отдаем. Вот так, да? А это наверх. Это любую хуйню расковыряет. Здесь у нас вот уже стоит славный воин на разгоне. Мы ему это все сгружаем. Давай, нам нужны замки. Желательно родные. Блять, вот дороги. Вот я на самом деле вот уже очень много вижу, что... Че, добегаю прям? Нифига себе. Блять, вот девочку сохранить эту надо. А, еще и проебываю. Нихуя себе, ты чё? А как ты проебал? 5 големов, блять. Как ты тут проебал? 5 големов. Но девочка уже не сохраняется. А, этот еще, смотри, первый ходит, мудак. А, ну я смогу слизу заблочить один удар. Вот так. Мне вот этого надо, чтобы он не стрелял. Одного надо, наверное, все-таки, чтобы он водил, да, его. Блять, это плохо. Хорошо. И надо чуть поводить его, да? Так, ну голи мы должны устоять против вот этих ублюдков. Ну, отлично, отлично. Отлично. Ну, хоть да, хоть что-то. Но надо, надо все равно старт искать, да? Надо нового героя здесь купить. Салмира, да, наверное. Здесь, кстати, в теории можно уток загрейдить. Если мы уток найдем, да? Ну это ладно, это все подберу с замка. А, но вопрос все равно по касечке. Вопрос по касечке. Куда, что ты здесь под саппорт остаешься? Ты армию привозишь туда. Стоп, этот же наверх едет, а этот наверх едет, это я оставляю, вот это оставляю, это наверх, да, выезжаю. Б,
Бля, ну не знаю, 40. Ну должны, наверное, как-то справляться. Что там будет за охрана, если вообще будет охрана? Слушай, ну могут и раз... Да не, ну не должны с ракет разъебать, не должны. Вон еще улик. 1.9. Опять попытаться, надо ее сохранить все-таки. Понял, блядь, сохранил нахуй. Ух ты, чертила, а, поросенок, блядь. Нужно строить никсов, нужно Кассию где-то, может, разбивать, брать вот это. Но опять улик, блядь, 100-249. Раз, два, это может быть квест. Вау, тут старта просто, старта точка нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Я не знаю, с чего тут стартовать. Тут просто у меня нет слов. Нет слов и нет старта. Нужно, я не знаю, ну... Сюда нырнуть, да, хоть какой-то подкач. Бесов дохуя. Ну что делать, да? Будем залетать. В любом случае подкач нужен. Че, выбьет птицу, если ударю, интересно. Давай завейтимся. Сука, выбил птицу, да, все-таки чертила. Один-два. Ну, пойдет, да? Хоть какой-то качик, хоть что-то. Можно здесь, да, подкачать, попробовать. Если нравится видео, нажми лайк. Не нравится, жми дизлайк. А также можешь подписаться, если у тебя будет такое желание. Очень тяжелый старт, очень тяжелый. Блять, купить это мясо, да, надо, наверное. В любом случае. Бля, может хоть какая-нибудь нычечка никсов, чтоб я мог никсов отстроить. Ну хоть что-нибудь, ну просто хоть что-нибудь. Там и овации, да, это опасно. Ебать, охрана, вы чё? Ну что это такое? Киборг, сука, убийца. Да. На роже объекты, блин, но... Водоворот змеев, блин. Ну хоть что-то, дай мне возможность просто этот респ собрать. Пока вы понимаете, у меня возможности собрать респ просто нету, блядь. Просто нету, нахуй. Нету ни единой возможности собрать этот респ.
Вообще нет возможности собрать респ. Понимаете или не понимаете? Что как будто не понимаете, да, вы? Я тут в экономику играю. Сейчас все найдешь. Да слушай, я уже, даже если найду, я уже понимаю, что я это вывозить буду. Ебать сколько. А уже нету. Уже нету. Тяжело, все тяжело. Какую-то коробку бы, блядь, на кассик, еще что-то. Вот отсюда просто кассе надо вести, да? Может, блядь, кассе надо сюда врываться. Но эти гарпи ебанутые, да? Это просто конченые. В 4 стека встанут, я тут просто охуею из-за этого вот говна, блядь. Ну и плюс от этого мне ничего не дает. Я, блядь, этими циклопами. Сука, блядь. Фу, простите. Просто респ интересный, да? Но тут просто стартануть как-то надо. Я не вижу просто нигде. Вот нигде не вижу никакого старта. Вот вообще не вижу старта. То есть хочется стартануть как-то вот так. Эй, блядь. А... Разведку тут надо, видите, давай. Тут просто, видите, ни цепочек, ни хуёчек, ничего. Тут просто вот даешь вот всякие разведки. Вот видите, сюда надо что-то глянуть, да? Или смысла здесь нет. Направо надо смотреть. Стой, нахуй я это все забрал? Подожди, стой, я хотел просто одну эту дать. Это мясо тут не надо. Это мясо вывозить, куда его вывозить? Может, не надо было покупать, надо было в замке оставить, под верхний улик, не знаю. Просто боевки надо вот это подкачаться. Это как будто минусово. Надо вот здесь, здесь, да, и что-то может разбиваться. Или здесь смотреть, может быть, единичка. Единичку, может быть, смогу хлопнуть, а может быть, и не смогу, блин. Надо разведку еще давать. Тут как бы очень можно. Очень много чего тут надо. Ну, Кася лучше. Персик. Кася не подводит. Но где это теперь вкачивать? Где это теперь вкачивать, докачивать? Может быть, где-то здесь, если реально единичка, я как-то могу на скилле ее разъебать. Но мне нужно вот это, да, брать еще. Спасибо, что полторашка. Спасибо, что к атаке. Вон какая-то коробка. Могу ли я дать разведку туда? Ну, я понял. Коробка за рельефом. Коробка за рельефом 2049. Еще и может быть квестовое говно. Да нет, это не другой респ. Это мой респ. Это все, вот эта вся хуйня. Это мой респ, блять.
Фростморн жаждет крови. Надо здесь драться. Чекать консулечку и смотреть. ГС-стек, да? Прекрасная новость. Фига прям бежит, бля, сюда, да? Сюда его. Еще двоечка. Ну, такой хуйней я двойку, конечно, не беру. Мне нычка никсов нужна, мне что-то на... Я не могу стартануть. Две двойки, это классно. Это четыре, блядь, четыре ангела. Четыре ангела уже могут вот это разъебенить, да? Знаю, могу здесь разбиться, здесь выкупиться. И чекнуть вот эту. Просто если это единичка... Единичку, в принципе, на пятой атаке... На... Блядь, ну она базовая хуйня это у меня. Ой, блядь. А, и не могу, да, разогнать уже. И Салмир еще тут. Салмира сюда поставить, вытащить. Как насчет лагеря? Какого лагеря, братишка? Какого лагеря? Какого лагеря? Где здесь лагерь? Какой лагерь? Покажи мне лагерь, пожалуйста. Какого лагеря? О каком лагере, бля, речь? Что такое в твоем понимании лагерь? Скорее всего, ты просто что-то ошибся, что-то не так понял, не то увидел. Двойка, да, двойка, бля, как это взять? Может, с Зефой, да? Ну, это, представьте, сюда везти, ну, типа, хуй с ним. Маги охраняют. Блядь, да тут магов 20-49, ты чё, как ты это отбивать? Это, блядь, хуй, это сложнее пробить, чем к концу двойку, пиздец. Да нет, дружище, ты ёбнешься, это охрана, блядь, вместе с мешком золота, блядь. А тут тебе, блядь, 15 скелетов, нахуй, скажут, бери. Берешь 15 скелетов, ты такой, бля, ну не знаю. Я бы взял, да? Вот я и спрашиваю, да нет, да там даже 10-19 их, это все равно очень много. Мне сюда надо это вывести, потому что я, скорее всего, буду вот этих касек вытаскивать. Разбиться не могу. Да, наверное, надо разбиваться. Тут ловить все, ну нехер. Здесь выкупаться и сюда ехать куда-то. Вот с этого попробовать начать. Может, касечек еще довести. Если здесь небольшой, да, может, расковыряю. Здесь подкачаться. Просто жаль, сейчас не могу разбиться, видите? Семнадцать опыта. Ладно, тут так и остаюсь тогда. Четвертый день, даже не начинаем объекты собирать. Нету ни изёвых уликов, ничего. Хотя бы нычка никсов, хоть что-то бы, да? Ничего нет. Ничего нет, ну... Как говорится, что делать, да? Но мы не отчаиваемся и продолжаем давать разведку. Блять. Ой, блять. Ровно, блять, ровно. Вот здесь, да, неплохой кач. Раз, два, три. Вот сюда бы Валю притащить. Отсюда, может, тогда уже сюда нырять. Но это все супер долго. Ну, хотя бы что супер долго.
Нормально. Давай здесь сверху пока глянем, да? Мне здесь... А, вот сюда, видите, бля, пройти не могу. Да, здесь я уже все посмотрел. Здесь я выйти не могу, пройти не могу. Солнышко. Ну, блин, тут как будто разбиваться надо было бы, да, в этой херне, чтобы ее чекнуть. Ну, в принципе, она там без разницы. На самом деле, размер. Блин, какой огромный респ. Это просто вот это все, все, это же все мой респ, да, вне дороги. Так, ну этот у меня что? Ну, если что, этот подберет. А, нет у него. А, не, ну подожди. Стоп, а где? Где все мои герои, блядь? А, вот еще есть. Вот, он, если что, подберет. Ты давай тогда иди в разведку. Чтоб-то я Кассио все-таки разбиваю, да? Блядь. Ну, просто пустотища. Просто пустотища. Ничего нет. Ну, Кассио как будто реально бить надо здесь. И выкупать ее вообще желательно вот тут. Вот тут ее выкупить. И выставить здесь на подкач. Потом здесь разбить. И брать. Это очень долго, но я по-другому. У меня старта нету по-другому вариантов. Вообще нету вариантов. Вообще, блядь. Да, вариков нет. Не пройти, ничего не сделать. Где-то сдать артефакты можно. Нет, нельзя. Ладно. Касечка. Девятая скорость, и у грифа девятая, да? Но я первый стою в первом слоте, я первый хожу, по идее. Ну, давай две. Вдруг гриф будет. Ну, я первый, да, сразу же хожу? Ну, правильно, да. Потому что тут девятая. А, у меня же десятая, блядь, еще. У меня же свой этот самый, да ладно. Вот это, бля, уже говнище нахер. Ну и чё, надо вот здесь идти в разведку. Ну а какая здесь разведка, бля, что здесь? Вот раз блок, два блока, какая здесь разведка? Я не могу тут пройти. Но тут тоже нихера, ну что это такое? Цеха, не цеха, не, это жопа. Привет, это участник стрима, подскажи, некроман через СМУ сильный билд? Один из моих любимых билдов, наверное, самый любимый, охуенно сильный билд, рекомендую. Здесь Кассио надо выкупать. Мне бы ей разгона дать, да, побольше. Но мне этих Кассичек бы еще на самом деле отвезти, загрейдить. Ну, а разгон могу вот так сделать, да, на самом деле. И теперь... А, нет, добегаю. Здесь дать что, разведки? Портник сов, ну. Рынок, префектура, кабак, гильдия воров, башня морей, ГМ. ГМ точно надо. ГМ ставлю. А можешь дать ссылку на билд на тьму? Блядь, да у меня есть на канале, дружище, как я сейчас тебе дам ссылку? Ну видишь, я играю, сейчас мне сейчас прерываться, искать этот билд. Он у меня на канале, прям забей. Дмитрий Анубис Инбу. Некроман через тьму. На этом же канале прям, или в видео зайди. Там есть он. Там у него и просмотров много, ты его увидишь. Ну мне, короче, Кассио чуть-чуть качаю, да? Потому что пока такой я не могу сюда залететь. Ну, в принципе, могу. Ну, лучше, конечно, чуть-чуть качнуть, потому что я вижу, больше нигде кача не вижу. Я ее чуть качаю и залетаю сюда, и потом уже пробую, да, вот с этих конц и выходить. Арты можно в грот сдать. Я знаю, но этот грот стоит 5000 денег. 7500 даже, это пиздец. Это пиздец. Этот грот очень дорого, блядь, стоит. Это, ну, несоизмеримо. Че, вот этот увольняется, да, я так понимаю. Потому что этот еще что-то тут разведает. Здесь вообще нихуя мы не вытащим. Это, бля, не вытаскивается. И здесь еще более-менее, да, давай, ладно, этого я увольняю. Бля, аж
кольнуло мое сердечко. Ладно. Хуя, она даже сейчас уже готова драться. Кася уже пиздец на 300 мувов, да, готова драться уже. Уже готова воевать. Мне нужно войска привести, у меня войск тут нет. Да, у Каси тут еще мувов, да, до хера. Ну, блин, не могу я тут, надо ее просто тут ставить. Будем биться. Надо еще как-то загрейдить, да, будет, и через этого вернуть. Тут никого нет. Нормально это сделаем. Это разведаем. Рынки ставлю. Вот этим, да, выезжаю сюда, буду посмотреть, что здесь, может что-то подсопортить. Вода. Вода, вода. Кругом вода. Ладно, пропускаем ход, смотрим. Следующий, и так заливаю таймер. Давайте посмотрим. Котов отстраивает. Да нихуя тут не шоколадно. Да, у меня еще мощь армии больше пока. У меня армии нихуя нет. Да, котов играет. Нет, хорошей жизни это. Нормально тогда. Так, ладно, давай смотреть, что здесь. Ну да, как я говорю, просто тоже пусто. Ну ладно, на 1-2-1 начнем собирать объекты. Там будет видно. Ай, на 1-2-1 начнем собирать, там будет видно. Давай я с тебя вот это сниму, груз ответственности вот этот. Давай сверху мы выйдем. Соберем, да. Окей. Касик грейдить сейчас не буду. Буду грейдить их на следующий ход, да, наверное, повезу на грейд, когда я буду разбиваться и ехать сюда уже. Это мясо брать с собой, не брать? Ну, слушай, ну, не знаю, наверное, не буду я его брать, оставлю вот здесь. Не буду я его брать. Под улик или еще куда-то. Оно тут не нужно по факту. Это так. Это поехали, работаем. Ну, здесь желательно все вообще как-то без потерь проводить. Опасно, но нормально. Отлично, земля качается очень хорошо. Ой, какие коробки, просто ёбнешься. Вот это кайф, вот это кайф. Вот это кайф, вау. Вот это я понимаю, подкач. Уже другого, бля, варианта нет. Это мы вступаем в бой.
Так, ну и чё? 2000 опыта? Пожалуйста, коробку на пятихатку, блядь. Сука, сука. Сучка. Ну ладно. Через 500 опыта докачаем продвинутую землю. О, все, она походила, походу заливка. Нет. Ну, мне надо здесь разбиваться будет. Здесь близко разбитие. Мне надо будет здесь разбиться. Просто ману бы, да, восстановить. Ладно, давай здесь позырим. Ну да, конечно. Коробку, видите? Это не бьющаяся коробка. 2049. Это тебя ебало откусят просто на раз-два вот эти черти. Не, ну здесь далеко разбивка. Здесь ближе, конечно же. Ну, будем выезжать отсюда. Здесь разобьемся. На следующий ход будем это подбирать. Ну, нехер ловить. Ну да, 1-2-1 сбор объектов. Все, пиздец. 1-2-1 только сбор объектов. Только начинаем собирать объекты, да? Ну и нельзя мне это сейчас бить, понятное дело. Я здесь разбиваюсь, а потом я это бью. Ну и будем вывозиться, да? И будем сюда приезжать. Да, печаль, конечно, печаль. Печаль, беда. Что сделаешь? Ничего. Форт, блядь? Ну, нету, нет смысла. Уток нет вообще. Ладно. Ладно. Там тоже все печально. Как и у нас. Ну просто весь рез, блядь, пробежал. Просто весь рез нахуй пробежал. Ну давай уже сюда ехать, что делать. Чисто все, блядь, магические статы. Блядь, такая хуйня, ужас. Ну мне надо ГМ, да? Масло перестроить. Надо было еще на прошлый ход масло ролять. Свитки же масла у меня нету. Да нету вообще никаких, блядь, свитков. Слушай, какому книжка покупается? Нижнему или верхнему? Чтобы колдовать, блядь. Вы желаете кому, блядь? Кому колдовать, сука? По-моему, нижнему покупается, да? Да. Отлично. Нижнему. Спасибо, спасибо. Я уже разобрался. Ну чё? Зефа, да? Бахаем Зефу. Причем на этот доход можно бахнуть Зефу. Докачать здесь. Докачать здесь масло. Ну, не добегаю до Зефы. Не добегаю до Зефы. Верхнему таблица мана, да. И 11. Ну, я не могу тут сидеть. По идее. Так, главное, чтобы вот здесь было без потерь. Без потерь касек, потому что касси очень нужны.
12 хп, ебать, они ему тут нанесли. Слушай, я не думал, что так много они здесь понаносят, да? Давай с этого сними, наверное, все-таки ответку. Ну, я не знаю, что он тут, блядь. Это все здесь удаляется. Ай, блядь, обзорка, блядь, соседнего респа. Ну, чисто для прикола возьму, да? Блядь, пиздец. На цирк. Конечно. Че, посадить его в замок, плюс 300 монет приносит, или пусть золото собирает, еще ходит. И потом увольняется. Шкабута реально пусть золото собирает, блин. Ой, блядь. Да. Рофл катка. Да, катка рофл. Может, здесь-то докачнуться, чтобы масс-масса. Ну, масс-масса, конечно. Может, здесь, посмотри, может, первую концу я хлопну. Слушай, на такой атаке на масс-масле эксперт, пятая, нимф, да? Бля, может, реально первая конца? Бля, слушай, реально надо смотреть здесь, мне кажется. Бля, слушай, давай, ладно, без мата. Слушай, да-да, давай, мне нравится эта идея. Вот так делаю. Что, вот так, что ли? Ставить этих все здесь. Угу. Давай так пробовать. Давай пробовать. Так, оставляю. Угу. Так, ну давай, Касечка, показывай, что умеешь. И чекать, да, будем? Давай, поехали. 39, 4. Слушай, ну хотя бы попробуем парочку потерять. 4, наверное, много. Хотя бы 2 или 1. Вот это еще, ну типа, куда ни шло. Ну, я должен выбивать их, ну, бля. Как их тут можно не выбивать? 10-13. Ну, да, выбиваю, отлично. Бля, если мораль будет, это будет пиздец. Хорошо. Обошлись без морали. Отлично. На 4 раунда масс-масло. Чекаем. Если единичка, можно прям врываться. Точно. Двойка, тройка, четверка, да? Нельзя врываться. Поэтому выезжаем сюда, как и было по плану. Слушай, а двойку я... Не, ну двойку я, наверное, не хлопну на такой вот, да? Да, никакого тут не подкача, ничего тут, просто забей. А может мне остаться 30 маны восстановить? Может мне сесть в замок, 30 маны чисто восстановить? Ну, хотя мне, подожди, зачем мне мана, да? Здесь я вроде как макси, да, могу взять. А мана мне на одно масло здесь нужна. Это уже будем лохами вытаскивать. Поэтому, наверное, я не буду здесь оставаться. 11 маны, будет 12.
Да, наверное, не буду. Я здесь хочу разведку дать, посмотреть. А надо, подожди, слушай, мне сейчас надо уже, по этим самым, да, думать. По цепочкам. Что здесь? Кабак, башня морей. Башня морей, под мясо. Порт никсов. Вот это поставить, чтобы 3 никса было на следующий день. Загрейдить еще никсов может. Денег до хуища, да? 6-й день, 6-й, 7-й. Может реально, блядь, башню морей поставить вот это вот. И вот с глистами, с двумя глистами и никсами забирать уже. Потому что, я не знаю. Давай башню бахну. Там приму решение, если что. Подожди, я здесь, например, бью. Ну, сюда, да, кого-то ставить уже, чтобы он выезжал. Сотка нимф под блесом выбивает. У меня блеса нет. Блеса нет, грамотеев нет. Могу здесь ебануть и здесь, да, ебануть на самом деле. Да, тут ничего нет. Мясо это надо забирать. Так, ладно. Это уже точно рофл, блядь. Я лучше отсюда выведу героя. Куда-нибудь сюда тоже на подмогу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блесно ролять, да? У меня просто еще это сам ангел все-таки появился, да, здесь? Все, армия больше, все больше. Ой-ой-ой. Опасность, бля. Так, ну здесь я его под эту концу вывожу. Здесь я... Где армия? Вот армия. Бля, глисту поставить и с глистой все это делать. Ну просто ёбнешься. Ну а как иначе? Ну, блядь, ну просто капец. Ну реально, как будто без глисты нихуя тут не срастается. Вот отвечаю. Вот просто реально, вот, ну блядь, ужас. Ну давай, наверное, да? Да вот именно, что придется ставить. Это очень дорого. Вариантов других нет. Тут просто не это самое, да. Все нахуй, все скупаю, все, блядь, покупаю. Просто, блядь, всеми войсками, да. Бить больно. Нормально. Подготовились, напали. Ух! Жарили. Сука, плохо, маленькая. Это плохо. Плохо, блядь. Плохо!
так буду забирать. Даже, наверное, не так. Мне надо... мне надо вот так сделать. Вообще минимальная. Просто минимальная. Блять! Мне глисту, ну, вроде как не теряю, да? Сучка. Ну, от моралек, да, поставлю сюда. Блять. Ну и что? Ну я выставляюсь сюда. Я выставляю сюда, буду глистой вот этой всей хуйней бить. Сюда надо мне начать будет. Коробку не хочу ковырять. Опасность ебучая, блядь. Сюда начать это ложком, да, пробить. Это взять уже это и выставить сюда еще героя, чтобы это вытащить через вот это. И выходить. 1, 2, 3, блядь, выход, да, какой-то? Что за ужас? Так, давай сюда. Давай. Давай вот так. Котят, не-не-не. Котят не вариант. Котят вариантов нет. Здесь Кирь, да? Фиона. 2-2. Так, сейчас надо выставить цепочки верные. Верные, суеверные, да? Ага, армия больше стала. Глисту купил, армия больше стала. Ха-ха-ха-ха. Блять, не знаю, что это так смешно. Так, ладно, смотри, но я отсюда стартую. Отсюда стартую, да? Бля, как я это потом сюда привожу? Два ангела, да? Два ангела, глисты, никсы. Я даже, наверное, никсов бы загрейдил, вот честно. Никсов бы загрейдил. На глисту денег не хватит, а никсов можно грейдануть. И потом я здесь это беру. Вот здесь могу разбиться. Это если мне вывозится, я потом кассе ныряю сюда. И отсюда мне нужно вытащить все вот сюда. А кассе отсюда желательно пополнить манну и выходить. А? Заебись? Вообще кайф. Что мы делаем? Вот войска. Я отдаю их сюда. Вот так. Вот так. Вот так. Циклопы здесь. Это здесь, да? Это вот так здесь остается. Это хорошо. Здесь я их пойду на следующий ход загрейжу. КЗ кто берет? Да КЗ, я думаю, не будем брать. Не нужно. Ну, пока потом кассе сюда, когда выставляется, если вот это мы берем, да, мы можем ТПшнуться в верхний замок и из верхнего замка взять уже КЗ. Но это на следующий день. Мы за один день все это не сделаем, блядь. Все это за один день нихуя тут не сделаем, да. Я сюда возвращаюсь. Вот так. Так, ну давай я тут самых таких скину, да? Вот этот пусть будет на разгоне. И никсов нам довезут. Да, мы вот сюда выставимся на разгоне.
Блять. А, тут есть. Но это надо все, но будет все привозить, да, никсов ставить. Скорее всего, я вот так, да, поставлю. Главное, чтобы у Касси там ему вов хватило и всего хватило. Здесь этот стоит. Здесь этот подсаппортит, да, например. Этот вывезет. Кем-то здесь, если что, попробуем перехватиться, отдать, да. КЗ потом будем забирать, не сейчас. Здесь мне нужен один герой, чтобы он поехал сюда. Потому что в идеале я отсюда и потом из замка я сюда привожу и начинаю вот это ебать и вывозить. Ну давай вот этот, да, наверное. Хотя вот, смотри, неплохая. Ой, блядь, Тазар вообще класс. Стой, что стой? Нихуя не стой, все отлично. Сверху был, что сверху был? Так сверху он и будет ебашить, вывозиться. А как, в смысле, сверху был? Там одного мало. Там одного мало. Ну и все, на следующий ход я чё, трейжусь, и рынки есть. Рынки есть. Все есть. Буду покупать, покупать. Никсов, мне кажется, надо. Никсов, мне кажется. Никсов. Ну, не знаю, тут цепочка на самом деле такая чуть кривоватая. Ну, серьезно, бля, кривоватая, пиздец. Просмотр земли есть, но, во-первых, СП мало. Нет, нету. Ну и заебись. Я все равно не тратил ману. Мне... Ладно, все. Ой, сейчас будет жесткий ход. Ну, посмотрим. Да, там тоже как бы... Не шоколад, блин. Да? Так, окей, что, нам слоты надо освобождать. Это что такое? Ага. Так, здесь... О, пушка, прикольно. Скупаем касечек. Змеев. Ну, я не буду никсов. Не буду никсов грейдить. Не буду. Вот так скуплю. Касси есть, все есть. Никсов не буду грейдить. Заклинательницы это я оставлю. Это я оставлю под следующие боевки. А вот это вот... Матросов, да, как мясо буду использовать, если что, буду трейдиться по плотному. Ну или возьму. Не, на последующую отставлю. Так, ну поехали. Сто 28, два таких, 4. Возьму вот это, да. Вот это на минус мораль брать не очень хочется. Вот так пиратов возьму. Давай, наверное, все это в пиратское мясо. Это в третий. Это в этот. Пираты. Давай половина пиратов. Половина пиратов в аджор. Вот так. Угу. Угу. Ну вот так, да. Поехали. Склопа взял же, постреляли, то что мы там набахали, да? Поехали, поехали, поехали. Слушай, хорошо выбивает. Не знаю, масло давать или нет. Давай попробуем без масла. Ну без масла минус касси, да, в принципе. Восемь, 12 должен выбить.
Должна, в смысле. Это вейт, это сюда. Это будем отдавать на корм, но чуть позже, не сейчас. Это будем бахать. Это кусаем, да. Это вейт. Это вырезаем. Стреляем. Угу, отлично. Вот это нам не надо от ветки снимать, да? Вот так. Змей. Отползти. Ну и все, да, выбиваем. Ну, без потерь, понятное дело. Базовый воздух. Воздух не знаю, вот это интересно. Под центр. Ну, лучше воздух, наверное, все-таки. Два ангела, да. Ну и вот эту уже боевку, вот это все сделает нормально. Что мы делаем? Мы все здесь снимаем. Это надо разбивать. И здесь важно, чтобы все у меня успелось, срослось, сошлось. Здесь мы разбиваемся. Отступаете, естественно. Блин, единственное, мог затереть героя, да? Да, затер героя. Ну ладно. Это не важно. Циклопы, в принципе, под мясо, да? Циклопы под мясо, если что, под саппорти мы этим вытащимся, да? Циклопы как мясо, касички. Бля, касичек вообще терять не хочется. Могу без касичек я там все сделать. Но нужны касси, нужны. Там бить, бить, бить. Циклопы в мясо, это... Касичек, может быть, даже потеряем, но зато ангелы уже есть, в принципе, нормально. Ангелы, вот это так, это так. Без книжки, без нихера, но 1-3, да, поехали. Пробуем. Один циклоп, слушай, ну попробуем получше, я бы лучше всех циклопов постарался залить. Чем больше тут циклопов заливается, тем тут лучше, на самом деле. Так, ему заблокируем черту, блядь. И, может быть, даже никсов бы, хер бы с ними, да. Вейт. Циклопов. Пострелять. Ну, это глупо его тут оставлять, на самом деле. Ох, ебать. Сейчас тут могут, блядь, нормально нам тут, да, навтыкать. Ну, давай, никсы, поехали. Ладно, открывают циклопов. Один удар, скорее всего, от шестнашки получаем. Касик, да? Или побояться. Могут, кстати, побояться в касичек ударить. Можно подставить клопов под удар. Не, нормально, боятся. Не бьют, отлично. Ну, пусть страдают. В принципе, циклопов еще можно в центре вытащить, а эти уже все, да? Отлично.
полетел все-таки в касик. Ну, я так и предполагал, да, что он может на касичек сагриться. Но это уже ничего страшного, да. Ну, изейшая. Теперь мы что делаем? Мы вот так скидываем. Вывозим, насколько это возможно. И этим выходим сюда, забираем. Ты уже все, не стой на нашем пути. И мы вывозим это сюда. Теперь у нас 4 ангела. Вот так, не забываем. Бля, вот это мясо протаскал. В итоге уволил. Отлично. Теперь я могу довести до сюда. Этот может сесть сюда. Я выкупаю Касю и ебу вот это. И выезжаю направо. Отлично, отлично, отлично. Просто охуенно. Жаль, я вот это не могу вытащить, кстати, да? Ну, в принципе-то могу. На минус бабки, да? Ну, похуй. Слушай, на минус деньги, но зато... Зато что за этот свиток, интересно посмотреть. Угу. Ну, бля. Это хороший свиток. Нам такой нужен, блядь. Нихера себе. Серьезно. А как он сюда, блядь, поместился? У кого-то есть вообще представление, как он, блядь, поместился? Как он вообще сюда поместился? Кто-то понимает, блядь? Я на самом деле не совсем понимаю, как он вообще сюда поместился. Нихера себе, блин. Сука. Да, блять. Что, у него маны нету? Ну, блять, потому что нету. На одно масло есть, и все. Я ж ей ману не восстанавливал, поэтому и нету.
Больно так бить сюда, да? 27 хп, ебануться. Могу ли я вернуться в замок? Блять. А-ха-ха-ха-ха! Могу, сука! Могу! Могу! Могу вернуться! Могу! Ну мне, блять, хоть 30 маны надо пополнить. Хоть 30 маны надо пополнить. Таймер, конечно, чуть всрат, но что делать? Давай так сделаем тогда. Птица ставлю здесь. Троечка, блядь. Блядь, на один. Лучше хилку дать на 15. Хилку на 15 или на один, ебаный в рот. Хуйня какая, блядь. Ну, чуть-чуть косичек придется потерять здесь. Ой, блядь, охуительная мораль, вау. Просто охренительная мораль, бля. Просто охуевшая. Просто охеревшая мораль. Вообще, блядь, вообще не потери, пиздец. Вообще не потери. Но я это не вытащу.
это вытащу. И мне надо героя поставить одного сюда, пробить. Через вот этого, допустим, вывести. Да, тут есть два героя. Крега, не знаю, может, Крегом реально так и на мясе дать это мясо, да, чтобы сожрали они. Че, продлеваем, нет? Ну, я на следующий ход выхожу, сейчас не выхожу. Или хотя сейчас выхожу, да? Армия королевства у нее больше. Ебануться, что там за армия, бля. У нее больше армия показывает. Нихуя себе, у нас 10 ангелов, у нее больше. Вау. Серьезно? Нихера себе, бля. Драгодир, блядь. Драгопир. Ох, ебать, шапку, конечно, не вынесу никогда в жизни. Блять, пушку не снял. Да ты заебешь. Ну не взять, да? Чё, ёбнулись? На нахуй. На нахуй. Сука, блядь. Восставлю, наверное, на кирь. Оу. Ставил на Кирин, нормально, бабки под центр.
Так, все быстрее делай. Еще надо успеть выйти на этот день. Не, блядь. Могу тут пизды получить, блядь. С такими статами, блядь, как будто вообще нахуй на изи. Двинутая, да, но его можно будет тпшнуть. Типа поставлю его под центр, например. Здесь что? Здесь выезжаем. Может попробовать здесь вытащить. Не, нихуя не вытащишь. Так, ну что мне надо? Вот это возьму, да? Это возьму. Птиц можно вообще загрейдить. Они мне дадут охуевшую скорость. Есть ли смысл? Ну, слушай, есть смысл, да? Есть смысл. Мулов, да? Выход на 400 мулов. Ну, ничего страшного, да? Главное, чтоб шотали ангелы. Давай одного там оставим. 16 отлично выбивают. Минус морали нет. Прекрасно. Прекрасно. Нихуя, смотри, не забайтился пес. Не забайтился. Ебаю, снопаса просто срезал нахер. Просто снопаса, вау. Тут, конечно, надо быть максимально аккуратным. Балик можно было и не брать. Да, тут ништяки приятные на выходе. Лидерство, наверное, возьму.
Или не возьму. Ебать, там замок, да? Вот ее. Это что такое? Это замок на выходе у кого-то. Это замок на выходе у кого-то. А не, вон она снизу. Это замок на выходе, блять. Ёб твою мать. В центр бежать надо, да? Оставлю на 10 ангелах без единичек. А этим вот это пойду забирать. Это надо скинуть. Можно еще кого-то купить, да? Дамакона. Сюда его, да, куда-то поставить. Можно даже книгу ему купить. Ну, на первый СП, конечно. Ну, какая тут книга? Да, Дамакон, конечно, нихуя себе теперь воин. На третье атака эксперта. Атака, можешь ли вот это пробить? Без потерь, интересно. Бля, ебать, как это охота взять, да? Мясо взять, там окон. Еще одного поставить под вывоз смогу или так смогу вывести? Ну, не ошибка еще одного поставить. Вообще не ошибка. Это 2000-й, да, насколько я знаю. Так, и таймер надо экономить все-таки. Я не знаю, могу я вот это вывозить. Могу я вообще-то 2049 пробить, но их тут дохуя. Ну, часть могу, да, чуть-чуть потеряю армии, но зато, блядь, чайник, ёб твою мать. Но их тут 47. И это пиздец, они могут въехать очень плотно. Ладно, не знаю. Шакти. Знает. Не знаю. Ну, смотрим. Блядь, ну давайте, блядь, помоги нам, пиздец. Давайте все... Кто там может? Так, смотрите, что делаем? Вот это берем. Мораль нейтральная, окей. Птицы. Вот так, три птицы и вот так. 10 ангелов в стеке. Это все вот так, да? Три птицы будем... Тремя птицами их там оставлять, насколько сможем. 3-6 статы. Ну, я хуй знает. Но надо залетать. Потому что без этого чайника я вот это очень буду с трудом пробивать. Фу, поехали. Ебутся коты. Поехали. Ебать, это квик.
Я тут сидел, потел, а это квик, блядь. 36 всего, это квик. Нахуй мне это не надо, мясо. Поехали, статы. Может, еще это пробить, блядь? Может, еще это пробить, сучка? Ха-ха-ха! Глисту сохранил бы, да похуй, похуй, там могут, блядь, вот это вот я думаю, пробивать, не пробивать. Хорошечно. Не-не-не, ну я тоже думаю, ну, блядь, тут статы бы помогли, ладно, не буду. Просто их там может быть 90, да, неизвестно, что за коробка, блядь, если их там 90, это все посос, блядь, Петрович. Ладно, 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 тоже очкую. Тоже очкую. Да, 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 блядь. Нахуй расскажешь там кому-нибудь другому про эти потери. На нахуй, на нахуй. Съебался. В ужасе, сука. Но она не в центре. Но я вроде буду. Или не буду. Так, смотрим. Стрельбу взять. Да я 600 мувов дойду же. 100, 200, 300, 400. Слушай, ну вроде дохожу, сейчас посмотрим. Дохожу. ТПшнишься, да, и ману пополнишь. Ну, как вариант. Вон там меч пятел, все, ей оставлю, да? Ну, я ману буду пополнять, я тут. Я могу, да, тюрьму вскрыть. Он мне даст, принесет кольцо. Улик не факт, что мне нужен, да, и я... А, подожди, стоп, я как тюрьму? А, им если пробивать... так, блядь, и как... Или не рисковать, просто пробить и сесть. Мне эта тюрьма нахуй не нужна, она оконченная, да? Это на следующий день, да, я привезу. Ну вот ее респ, да? Тут пиздец, дорога, ёбнешься. И кого-то сюда выставить.
То есть я отсюда могу не дойти, да, то есть он вот так берет, 500 сюда, 500 сюда, ну, вроде доходит. А, так у меня поиск, не поиск. Блядь, 150 я могу, блядь, я не сяду, если я тюрьму открываю, я не сажусь в замок, мне надо, чтобы тюрьма вскрывала, я не хочу я. Давайте лучше я соберу, вон она, смотри. Не, ну тут чисто ГМ, тут без вариантов. Тут без вариантов. Да, конечно, сядь, конечно. 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 Там армии. Блять, почему показывают армию боль? А, у меня боль. Там армии почти нет, на самом деле. Удалять это. Минус мораль дают. Все, да, что у нее там? Особо доборов, наверное, и не будет. Как хорошо, что чайника вытащили, ёбнешься. Смотрим. Ну, скорее всего, будут нападать, тут вариантов других нет. Ну да, 18 манны. Сколько ангелов? 1-2 ангела. Взрыв в лицо, ГГ, чё? Скорее всего, такая битва сейчас нас ждет. Плюс скорость. 15-я скорость, блядь. 15-я скорость. 15-я скорость. Нихера себе. 15-я скорость ангела. Вау. 15-я скорость ангела. Ух ты, блядь. Ну да, тут даже без взрыва это очень тяжело пробить. На 18 маны это очень тяжело пробить. Даже без взрыва. И как тут игру победить? Соперника потом побить. Ну, здесь ты должен убить соперника. Ты должен его... Ему сделать это Дракулу. Спасибо за игру. У-у-у, затащили. Бля, так нервничал. Просто жесть. Я просто нервничал, просто жесть. Вау, затащили, хорош. Жесть. Да, я выиграл. Ну тут просто фишка в том, что оппонент видит, что меня не победить. Слишком сильно у меня. И поэтому тут легче написать ГГ, чем мозги ебать. Поэтому вот как бы она и написала ГГ, соответственно. Давайте посмотрим, что на респе у нас было. Был ли у нас где-то... Да не было, да? Чайник хорошо вытащили, да? КЗ. Ну, КЗ по факту сильно не роляло. Я так говорю, я там масло даю, хосту даю. И на второй день я там просто на лице у нее сижу. Там циклопы как бы, они хоть вроде бы как бы и закрыты, но они на самом деле не закрыты, эти циклопы. Лидерство надо было брать под финалку. Я удумал сюда или сюда лидерство. И это было бы очень классно. Ну, вот они. Никсы, но ты попробуй сюда приедь. Ты сюда не приедешь. Назвала тебя мошенник? Она меня назвала мошенник? В смысле? Это она на стриме сказала? Да не, ну просто у нее, наверное, подгорает. Ну, блядь, там прошлая игра... Я не помню, чем закончилась. А какая, подожди, прошлая, чем игра закончилась?
А, я лабетой сидел в центре. А здесь с КЗ на респе, конечно, тут любой скажет, что, блядь, ебаное прухло. Это нормально. То есть, если она меня назвала мошенником, это она еще так, знаешь, ну, как-то, типа, ласково сказала. Я бы там, наверное, разразился, блядь, просто жестко. Вот в такой игре. Потому что игра, на самом деле, игра сложная по факту. Респы сложные, видимо, и у нее, и у меня. Но мошенничества тут нет, просто повезло. Сегодня повезло, вчера весь день хуй сосали. Поэтому, ну а что делать? Ну вот так вот. То везет, то не везет, да? Респ на самом деле очень сложен, но мы на 1-2-1 его начали собирать. И в целом, считай, за один день все собрали. Да? Вот это мне интересно. Сколько их было? 112, наверное. Ебануться. 116. И еще и тут, да, их 60. Ну да, тут попробуй, конечно, пробейся. Вторую топу глянь. Сейчас глянем. Где она вторая? Вот здесь вторая. Вот это интересно, кстати. Вот это интересно. Говнище. Так, вторая утопа. Ну, утопа берется, ну, с 10 ангелами, конечно, берется. Можно было и с 10 ангелами кого-то выставить под утопу, на самом деле. Хорошего, но здесь боевка получше. Вот здесь сколько? Ну, 72, наверное. 74, это очень сложно берется. Это не так-то просто. Это 74, это вы не врите. 74 это тяжко. Вот это все пылесосим на следующий день. Сколько ангелов? Ой, 15 должно быть, 16, да? Блять, статы, ёбнешься. Ну вот это все, конечно, с КЗ-шечкой мы это все всасываем в себя. С большим удовольствием. Причем, кстати, смотрите, недалеко. У нее до замка тут 1600 мувов. Это даже, ну, крылья не нужны. 1600 мувов до замка. Ну, она, видите, тут здесь армию добирала. Она здесь армию добирала. У нее армии не было. Даже, ну, понятно, это не пробить. Армии просто не было. Добирала ее. Искала армию. Ну, и боевки сильные. То есть, прямая кишка до замка. Вариантов никаких нет. Ну, а мы потом, конечно, это все на квике пылесосим. 10 анджелиусов. Это блин, не хухры-мухры. Сюда налево выходить, ну, смысла нет особо. Ну, по факту, вот чайник, конечно, нам дал добро. И, блин, вот этот замок интересный, да, конечно. А что у него на респе? Утопа не взята. Драконы, улик, конца. Зефа. Коты. Ну да, тут тоже, блядь, пержение на респе. Кто кого переперди, так получается. Ну а вот, вытащила, да, его или что? Откуда такая скорость, ёбнушь? Утопа единичка, книжка воздуха. Ну да, тяжко, чё. Еще и ДГО бежать. Смотрите. Блядь, давай это сейчас прогоним. ДГО еще бежать жестко очень. Вот замка, ДГО. 2900 мувов, если вот так сокращать. А так. 2850. Ну, у нас тоже не близко, но не 2850. У нас 1500. Фу, затащили. Вот это хорошая была. Вот это прям... Причем две катки вообще шикарные. Прям на YouTube их бери да загружай. Мне нравится. Да, респ, конечно, такой огромный. Вне дороги много. Ну, как и у нас, бля. У нас старта нет. Концы на лице, но старта нет.